Их профессионализм, ответственность, добросовестное отношение к делу позволяют обеспечивать благоустроенную, комфортную жизнь горожан и процветание Самары. Работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравили с предстоящим профессиональным праздником. Его отмечают каждое третье воскресенье марта. Глава города Елена Лапушкина поблагодарила сотрудников отрасли за добросовестный труд. Благодаря национальным проектам, которые инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин, благодаря региональной поддержке, поддержке нашего губернатора Дмитрия Ильича Азарова, сфера ЖКХ серьезно модернизируется. Но все равно за каждым уютным парком, за каждым уютным сквером и цветущим газоном, за каждым метром переложенной трубы, за каждым километром отремонтированной дороги. Ваш труд, по большому счету, это такое служение, служение людям. И вы такой выбор сделали. Глава города наградила лучших работников ЖКХ благодарственными письмами и нагрудными знаками. Отдельно отметили ветеранов отрасли, каждый из которых проработал в сфере жилищно-коммунального хозяйства не одно десятилетие. Работа ежедневно требует отдачи всех тех ресурсов у тебя человеческих, которые необходимы для того, чтобы постоянно работало водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, ну и другие многие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, без которых также человек прожить вообще не может. За последние годы отрасль ЖКХ в Самаре удалось вывести на принципиально новый качественный уровень. Обновили 370 километров дорог, построили 7 новых дорог, отремонтировали 80 участков тротуаров. Для очистки улиц дополнительно закупили 91 единицу всесезонной техники. Ежедневно в Самаре трудятся 3000 дворников. Для уборки ежесуточно задействует около 300 единиц спецтехники. 150 бригад занимаются очисткой крыш. За 6 лет в Самаре благоустроили 65 общественных пространств. Привели в порядок более 300 дворов. По муниципальной программе «Цветущий город» в этом году планируют высадить цветы на территории общей площадью 38 тысяч квадратных метров. На территории города переложили более 144 километров тепловых сетей. Общий объем инвестиций составил 10 миллиардов 800 миллионов рублей. Только в прошлом году в Самаре заменили почти 3 тысячи погонных метров ветхих водопроводных сетей. Чтобы улучшить качество водоснабжения, в Куйбышевском и Красноглинском районах построили новые водоводы. Могу сказать, что за 2023 год на доверенных нам территориях не было ни одной остановки водоснабжения и ни одной остановки водоотведения. Это вклад всего коллектива, и в том числе вклад тех, кто работает как в офисе, так и на местах, наших слесарей, наших операторов очистных сооружений, наших операторов насосных станций. Я всех благодарю и с праздником. Для работников сферы ЖКХ подготовили концертную программу и спектакль. Праздник прошел в Самарском театре драмы «Камерная сцена». Имеется стенд, в котором значок «Двор образцового содержания и порядка». Выпускаем дворовую стенгазету. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.